Так, ну что ж, вечер, 9 июля, и краткий обзор моих скромных достижений в проектах, в которых я участвую. Итак, первый у нас BNB. 28% плюс 1% по соотношению с вчерашним днем. Это очень даже неплохо, в принципе. Ну, как бы 1% маловато, но тем не менее движение есть, и оно заметно. Кто не видел вчерашний ролик, обязательно посмотрите. Перехожу к Солане. Итак, Солана 54%. Ничего не изменилось особо, никаких деталей здесь озвучивать не буду, так как я их просто не записал. Двигаюсь дальше, то есть изменений здесь нет, 54% так и есть, так и осталось. Доги пик 11%, но это не значит, что изменений нет, против вчерашних 11.20 получается, да, то есть 1123 по Вейджеру, и сегодняшняя 1120, извиняюсь, и сегодняшняя 1123. Вы это можете наблюдать на экране, и также можете посмотреть вчерашнюю мою запись. Как бы, ну, буквально немного тут прибавилось, да, как бы 3 Dogecoin'а. Двигаюсь к десятке, к голду. Так, патрону. Патрону сегодня плюс 1%, поднял 50 трона, но благополучно слил. Жадность и память вчерашних побед натолкнула меня на то, что, наверное, я смог бы это повторить. Но не смог. Слился как бы, но тем не менее все равно уровень немного прокачал. А именно, плюс 1% и против 883 вчерашних, сегодня 12365. То есть плюс 1% TRX на сегодня есть. Двигаюсь к голду, все хорошо работает. Лайтпик. На лайтпике без изменений, но это не значит, что нет изменений в самих цифрах. То есть они есть. Да, сегодня 2.63.990.253 против вчерашних 2.63.239.233. То есть плюс есть небольшой, в процентном соотношении не двинулся. Но как бы по вейджеру двигаюсь. В процентах незаметно. И как бы крайне у нас получается Light King. В Light King плюс 1%. В минимальных цифрах заморачиваться не буду. Просто плюс 1%. То есть двигаюсь, все хорошо, монеты приходят. Партнерам спасибо. Все ребята, кто участвует, вы молодцы, прокачивайте свои уровни. Я, кстати, вот, ну, наверное, попробую похвалиться, если сейчас быстро найду. Некоторые мои партнеры вышли на уровень железа. Некоторые мои партнеры вышли на уровень... Быстренько хотелось показать. Ну, тут тоже железо. А, сейчас, секунду. Вот здесь в BNB, по-моему, да? Тоже BNB железо. Есть железо. И Light King. Партнерка. Сейчас, секундочку. Аффилиаты. Вот мои ребята. Да, и вот, кстати... Даже есть бронза, смотрите, то есть человек на бронзе уже колбасит. И два металла как бы есть. Остальные потихонечку двигаются. Молодцы. Ну, то есть поверили, работают, занимаются. Не знаю, как у них с выводами. Если кто-то посмотрел и узнал себя, пожалуйста, напишите, какие у вас достижения. Сделайте скриншоты в группу. Есть снизу ссылочка на телеграм-канал, общий доступ. Может писать кто угодно, размещать кто угодно. То есть я никаких ограничений не делал, как модератор. Все, пожалуйста, туда, чтобы люди в реальном времени видели, что все у вас и у меня работает, и все хорошо. Ну, в принципе, на этом я закончу. Да, если вы вдруг попали на сайт «Каждый может», пожалуйста, вот эти 6 проектов, в которых я участвую. Не забывайте забирать бонус. Это означает, что вот эту вот галочку... Сейчас я быстренько переключусь. Неважно, в каком вы проекте находитесь... Как только вы зарегистрировались и подтвердили свою почту, вот эту галочку, вот эту, вот сюда, оп, а здесь вот будет написано 10 спинов. Открутите их, вы можете выиграть $300. Максимум, ну, то, что мне выпадало, это вот 0.037, да, ну, там, то есть, как раз в доге я и выигрывал это, но можно и $300 выхватить. Поэтому не забывайте об этом, обязательно участвуйте. Также я, наверное, все-таки вам порекомендую форум Форекс Деньги. Не так давно платформа перешла на выплаты в долларах за один пост, за одно написанное сообщение. Вы можете получить до $30.
Ух. Поэтому присоединяйтесь. Я очень надеюсь, что на следующей неделе я все-таки заставлю себя вести стримы на эту тему. То есть там реальные деньги, пожалуйста, вы пишите посты. Причем я буду рассказывать о том, как это делать с помощью искусственного интеллекта. Потому что Форекс-тематика достаточно специфичная. Она имеет определенную, скажем так, такую углубленную тематику, да, там направление тренда, всякие свечи Фибоначчи и все остальное. То есть, если вам сложно писать на такие темы, я буду рассказывать о том, как я делаю это при помощи искусственного интеллекта. То есть, можно зарабатывать при помощи того же чата GPT. Несложно писать, потратить полчаса в день и написать 10 постов, заработать каких-то 3, 5, 10, 15, 20 долларов. Это несложно. Если у кого-то будут возникать вопросы, пожалуйста, обращайтесь. То есть в этой теме я тоже достаточно давно, очень хорошо не разбираюсь. Обращайтесь. Ну, на этом, наверное, все. Кому понравилось, ставьте там лайки, пишите комментарии. Ну, не знаю, вопросы свои задавайте. Всем хорошего вечера. Всем пока.